Жизнь четырех знаков зодиака развернется на 180 градусов уже в январе. Астрологи назвали четыре знака зодиака, которых ждут перемены в январе. И хоть не все они приятные, но нужно помнить, что плохой опыт – это тоже опыт. Рак. Раки попали в список счастливчиков января. Им будет вести в рабочих делах. Также первый месяц зимы будет благоприятным для новых начинаний. Подумайте, чем вам заняться, чтобы начать больше зарабатывать. Рыбы. Вас также ждет успех в финансовых вопросах. Обязательно сделайте себе какой-то подарок, но помните, что копейка рубль бережет. Постарайтесь начать откладывать деньги, чтобы в будущем у вас была подушка безопасности. Телец. Из-за своего упрямства вы можете вляпаться в скандал с близкими людьми. Помните, что ваше мнение не единственно правильное. Проявите дипломатичность, покажите родным свою любовь, и тогда вы сможете избежать неприятных ситуаций. Близнецы. Близнецам тоже повезет в январе, но близкий человек может вас предать, что оставит шрам на вашем сердце. Но не стоит замыкаться в себе. Займитесь работой, больше времени уделите своим хобби и запишитесь на прием к психологу, чтобы у вас была возможность выплеснуть свои эмоции и получить профессиональный совет. Напишите в комментариях, кто вы по знаку зодиака. Понравилось вам это видео? Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые интересные гороскопы. Вы были на канале Мартиника. До встречи в новых видео!